Всем доброе утро. Я уже поставила, почистила и поставила перцы отвариваться. Так, отварила рис. Сейчас буду делать фарш. То есть фарш у меня уже готов, смешивать с рисом. А будет у нас фаршированные перцы. Мы вчера купили в Светофоре. По-моему, 55 рублей перцы. Хорошие такие перцы прямо. В общем, сейчас все буду готовить. Так, ну что, я уже тефтели обжарила, перцы нафаршировала. Сейчас делаю зажарочку. Сейчас сверху залью и водичкой и поставлю тушиться. Сейчас у меня лук с морковью обжарится, добавлю томатную пасту и ложечку горчички добавлю. А, это новая, у меня уже вторая баночка вот эта вот. Вот, так что... И, наверное, там у меня картошечка есть, картошечки отварю еще. Так, ну что, все. Поставила я, залила, точнее, и зажарочкой, и водичкой. Немного присолила солью вкусной водичку сверху вот этой вот. Кстати, очень даже неплохо. Вот. И у меня оставалась молодая картошка, начистила. Картошечки тоже поставила. В общем, пускай все варится, а я пойду развешиваю. Ну что, мы уже папу своего накормили, отправили заново на работу, и у нас остаток арбуза. Остаток арбуза, все я им порезала. У меня Машунька сидит. Ваня сейчас тоже придет. Вы смотрели песню Моргенштерна? А вот, в общем, доедаем арбузик. А перцы получились вкусные, да, Маш? Очень. Так что. У нас тучи, но вроде дождя не обещают, но это еще не точно, так скажем. Так. Ладно, будем кушать арбуз. Ну что, мы с почты. Наверное, твоя майка. Моя майка. Ну давай, открывай, посмотрим. Маша в лосинах сегодня. Ё-моё. Красотища. Давай. Да, там моя майка. Маша. Маша, у тебя сейчас кофта упадет, Маша. Нет. Да. Сейчас купишь мне кофту? Вот я смотрю поближе, не вижу. Ну, по дороге где-нибудь мусорка все равно будет. Пойдем погуляем. Блин, мама, можешь себе куда-нибудь? Вот ты завяжи ее на шее. Давай я подержу. Мне будет тошнить от этого. Ничего. Гора будет за душу. На. Ничего. Боже мой, она большая. В смысле? Это майка с Ривера Дейл. Она большая, Машка. Вот знаете, в этот раз абсолютно такой же размер заказала, вот как вот у этой. 2XL. Вот она пришла. И это тоже, по-моему, 2XL. Смотрите, она прям... Ну, я не знаю, как она будет на ней смотреться. Но я все равно ее буду носить. Ну, маленькая, широковатая. Ну, что за качество здесь? Ну-ка. Ой, ну здесь качество намного лучше, чем вот у этой твоей. Ага. Она, видите, она какая-то такая, как молочная, или как вот желта, такой цвет такой не очень. А это прям, смотрите, чисто белая. Хорошая матюшка. И цена, по-моему, рублей 380. Ну все, на. Она ко мне бежит. Сворачивай. Мама. Ну и что, ничего она не сделает, собачка, что она сделает? Собака. Она не кусается. Она, видишь, хвостом виляет, она добрая. У нас тоже 8 собак в песочнице лежит. Ну, давай сворачивай свою майку. Ну что, мы гуляем. Гляньте, у нас тучи вообще. В общем, далеко от дома не будем отходить. Потому что вдруг пойдет дождь. В общем, направляемся ближе к дому, так сказать. Thank you.
find a light in your soul, I'll be there. Пришли с улицы, и я сейчас буду заводить тесто на блины. Ну и вместе с Машей будем стряпать. Захотели блинчики мы, в общем-то. Что буду делать? Добавляю 5 яиц. На литр молока буду делать. Одела халат, что-то пришла с улицы, и, знаете, прям холодный такой ветер потянул, прям аж, ну, как-то замерзла. Вообще. Ну, на той неделе обещают у нас до 28, в принципе, еще вроде бы как тепло должно быть. Так, что дальше делаем? А дальше добавляю немного соды. Так, немножко, пол чайной ложки соды. Много не добавляю, чтобы соды не отдавали. Все где-то так. И чайную ложку соли. Даже, наверное, еще чуть-чуть. Может, литр у меня будет молока. Дальше. Так. Сахар. Сахара тоже так, знаете, на глаз сыплю. Много не сыплю. Чтобы сильно тоже сладкое, когда тоже тесто такое сухое получается. Так, масло растительное, тоже, вот знаете, много тоже не лью, вот, достаточно. Так, беру венчик. Все размешиваю. Добавлять муку. Мука у меня здесь в моем сундучке. Вот она. Так, сейчас. Муки получается вот кружечку. Я сею. И вот этого на литр, по-моему, должно хватить. Да, обычно же на литр ставлю. We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. We can do everything, everything, everything. So hold on, don't stop. There's so much in you. We are the brave. This is the day we can do anything, anything, anything. And all our dreams light up the way. We can have everything, everything, everything. So stand up, don't stop. The best is in you. We are the best. The power in you, and go for the best.
trust in you, 'cause I see love. Тесто мое готовое. Гоша. Певец. Поставила две сковородки. Сейчас пойду Гошу покупаю. Что, Гоша? Ставьте нам тысячи, много, миллион, 3 миллиона лайков. Ну, конечно, поставят, они ж тебя любят. Все, пошли купаться. Так, ну что, Машунька у меня уже блинчики настряпала, тарелочку помыла. Все, умничка, все сковородки помыла. Все, блинчики готовые. Здесь уже Гоша нахрюндрил. В общем-то, вот не доел чего-то. Я уже накупалась, я тоже сходила. И Гоша накупалась, сама накупалась. Вот, сейчас Ваня пришел моется, в принципе, вот. Ну что, мы сегодня все перцы съели. У меня вот только вот одна тефтеля осталась. Сейчас Ваня выйдет с ванной, поест. Точнее, даже доест. Там еще гречка у меня с мясом осталась. Ну, и блинчики поест, в принципе, ребенок не останется голодным. Там я сегодня еще лепешки стряпала. Я сегодня пекла хлеб и тесто разделила напополам и постряпала 3 лепешки. Вот все, что от лепешки осталось. Вот. Так что вот так. Все сегодня мы подъели, в общем-то. Ну, хорошо, завтра у нас выходной. А спешить никуда не нужно будет. Вот, как встанем, так и приготовим. А я, кстати, девчонки, сделала себе скраб. А сейчас залезла в ванну, хорошо, прям лицо отпарила. Взяла мед, соль и молотый кофе. И прям лицо так проскрабировала отлично. А ты что, пришел? Короче, сегодня вам надо будет. Ты будешь блинчик доедать свой? Нет.